Привет! Сегодня 5 октября 2013 год. В магазине «Твой гараж» произошло долгожданное поступление снегоходов «Стелс». Первая модификация снегоходов, которая поступила в серию, это снегоход с V-образным мотором 800 кубов, инжекторный двигатель. 4 такта выдает 60 лошадиных сил. В стандартную комплектацию снегохода входят расширители лыж, набор инструментов, пластиковый кофр, запасной ремень, а также 2 аккумулятора. Приборная панель снегохода отображает режимы суточного пробега, температуру двигателя, общий пробег, а также моточасы, ну и время. Механизм указателя уровня топлива в баке. Блок рулевых переключателей управляет режимами подогрева руля, имеет кнопку стартера, а также подсветку для использования в ночное время. Курок газа с подогревом и кнопка аварийной остановки двигателя. Чека безопасности, она же ключ, встроенный иммобилайзер. Заглянем под капот. Под капотом мы видим, что многие элементы, пластик, шланги защищены теплоотражающими элементами, что предотвращает повреждения при работе и нагреве. У двигателя 2 радиатора, один принудительного воздушного охлаждения и другой, который использует снег, летящий с гусеницы. Вообще визуально приятно удивляет качество сборки. Мы видим прокрашенные швы системы выпуска отработанных газов. Серийная электропроводка, которая намного более качественная, чем мы видели на предсерийных образцах. Мы видим герметичный блок предохранителей. Радует то, что все обозначения на русском. Достаточно приятный звук мотора. Басовитый, ровная работа. 2 цилиндра, практически отсутствие вибраций. Послушаем. Супер. Разработанный самостоятельно компанией Веломоторс блок фары с регулировкой высоты, а также регулировкой влево-вправо. Изготовлен на заводе Веломоторс пластиковый капот мотора, удобный, отличный доступ к моторному отсеку и надежная фиксация. Небольшой багажник под сиденьем водителя, который скрывает под собой аккумулятор. Мы видим здесь провода, подготовка под второй аккумулятор, и второй аккумулятор входит также в стандартную комплектацию, просто мы его еще не поставили. Вместительный задний кофр, надежный пластик. Здесь мы видим резиновое уплотнение, препятствует попаданию воды, снега, двойное дно, запасной ремень, а также набор инструментов. Посмотрим, что нам положили на заводе. Отвертка, ключики, все отечественное. Обратите внимание, съемник ведущего шкафа вариатора. Очень приятно, 2 свечки. Подарок. Вообще приятно радует в целом качество изделия. Мы видим, что в мелочах надежно закрепленные решетки, вентиляция, прекрасно скроенное и сшитое сиденье. Очень надеемся, что и остальная механика также не подведет. В общем, нам очень нравится этот снегоход. Мы также надеемся, что он нам доставит огромное удовольствие в процессе эксплуатации. Вот, кстати, первые покупатели. Я же предоплату еще в июле делал.